ресторан «Ла Кафе де Бьюти», творческой студии позитивного мышления и «Сила позитивной мысли» Татьяны Салмановны Макту Сайфудин. Сейчас буду себе готовить такой поздний ланчи-бранчи, как в Париже. В общем, смотрю интервью. Волшебство – это вера в себя. И когда тебе это удается, удается и все остальное, писал Иоганн Вольфганг Гёте. Так что же такое волшебство и как оно случается по-настоящему? Об этом мы поговорим сегодня с мастером фэн-шуй и позитивного мышления, автором множества бестселлеров, писательницей Натальей Правдиной. Здравствуйте, Наташа. Большое спасибо, что вы приехали в Алматы, в Казахстан, что вы не забываете нас и часто навещаете наш город и нашу страну. Расскажите, пожалуйста, с чем вы приехали в Казахстан на этот раз? Волшебный семинар. Здравствуйте. Всем огромное. Ой, смотрю интервью с Натальей Борисовной Правдиной. В общем, готовлю себе такой ланчи-бранчи. Сейчас сварю макарошки с соевым мясом, с картошечкой, с капусткой. Так что вот. Пожарю лепешечку с луком. Где у меня лучок? Сейчас покажу лучок. Лучок у меня здесь, порежу. Пожарю лепешечку. Сначала пожарю лук на сковородочке, потом сделаю такую луковую лепешечку. И буду это кушать с красной имитированной икрой. Водичку я уже поставила, чай из бергамота, так что вот, чай я уже заварила. С вами я, Татьяна Салмановна Макту Сайфудин. Вы что? Я буду об этом тебе рассказывать. Именно для богатства, для успеха, для процветания. Это тоже я недавно. Большое спасибо, Наташа, что вы учитываете наш менталитет и специфику нашего народа для того, чтобы мы больше принимали, воспринимали эти энергии изобилия. Правда? Сейчас я это интервью загружу на мою страницу Фейсбука. Сейчас у нас 17 часов и 28 минут, 21 декабря 2021 года.
и вы могли выбрать для себя... Знаете, как 21.12, 20, 21. Такая очень интересная дата. Чего еще? Вы могли бы свой писательский талант направить, например, детектив, мелодраму. У вас это тоже хорошо получилось. Почему именно фэншуй и как он пришел в вашу жизнь? Вы очень правильную вещь сказали, что чем ты занялся, все это хорошо получилось. На самом деле это девиз успешных людей. Один из моих учителей – это Рэнди Лейч, там, американский мультимиллионер, основатель многочисленных компаний, и он в свое время тоже сказал такую фразу, что чем бы я ни занимался, я знаю, что это будет успешно, я знаю, что это приводит меня к успеху.